Также я людям говорю, не ищите проблемы в гаишнике, в дороге. Виноват и все. Выбирай место для остановки. Просто люди все такие. Mm-hmm. И я тоже, если я не сдам, я тоже, конечно, сначала поору, что... И попытаюсь найти оправдание себе, почему я этого не сделала по-нормальному. Выбираем место для разворота. Почему? Ну, не знаю, почему ты сейчас так сделала. Ты уже поехала, а потом поворот не включила. Выбираю место для остановки. А гуляю... Ну, может, только что тут останавливаюсь. Ну, выбираю место для остановки. Я знаю, что, кстати, по полосам вот эти разметки, тем более, нет. Мне будет тяжеловато в этом плане. Сейчас тебя все пропустили? Ну, он не особо меня пропустил. Выбирай место для остановки. Сверхдинорога какой-то. Место для остановки выбирай. Что, опять тут, что ли? Ой-ой-ой. Да, я еду, скажи. Ну, ничего не знаешь. Выбирай место для остановки. Я потом дерзаю, да? Ну, ты как будто остановилась, да? Да. Нет. Четвертый раз гоняет, останавливаться заставляет. Сколько мы раз остановились? Раза три, да, мы? А ты всегда знаки видишь, да? Ну, всегда знаки видишь. Особо. На проспекте знаки видишь? Да. Где останавливаться можно, где нельзя. Видишь? Я знаю, почему мы тогда столько много раз сдали, значит, что ты неправильно останавливалась. Ну, во-первых, я машину сейчас подрезала, это раз. Что ты мне скажешь? Видишь знаки? Ты реально ужас, думала, что инструктор тебя дебил и просто не хочет никуда ехать. Заметила? Да. Поняла? Да. Запомнила?